Ребят, привет! Сегодня я хочу попробовать новый формат. Это будет очень долгий ролик с повествованием типа офлайновый стрим. И такие истории обычно я и рассказываю на стримах, но стримы мои никто не смотрит, и я решил попробовать все-таки, чтобы охватить как можно больше аудиторию, все-таки сделать ролик. Но прежде чем я вам расскажу душераздирающие эти истории, я хочу вам рассказать, что спонсором сегодняшнего ролика является мой маленький магазинчик, которым продаются всякие разные компьютерные штуки. Если захотите поддержать, посмотрите в магазине позиции. Например, сейчас в данный момент продается очень эксклюзивный новый корпус от Silverstone. В России очень маленькое количество приехало, так что спешите. Возможно, уже в середине мая их не будет. Успейте заказать. Это ролик предупреждения всем тем ребятам, которые собирают инженерные процессоры 3647 и используют разные материнские платы. Наверное, все-таки связано с рендером, потому что покупают очень дешевые инженерные процессоры, которые обладают большим количеством ядер и потоков, и они рендерят. Официальные такие процессоры стоят очень дорого, порядка 12, 15, 18 тысяч долларов, но инженерники стоят гораздо дешевле. Сразу поясню для тех людей, кто не понимает, что не на каждой материнской плате можно запустить эти процессоры. Нужно немножко модифицировать BIOS, либо накатить какой-нибудь первоначальный BIOS, где эти процессоры будут работать. В последних BIOS'ах это все, конечно, уже выпиливается, поддержка инженерников отсутствует, и обновив BIOS, вы можете не запустить вашу машину на инженерниках. Вот такая вот история. Так вот, история. Прежде чем я перейду к самой основной истории, я вам расскажу интересные наблюдения. Работаю в фирме, в которой собирают большое количество разных серверов. Одному клиенту мы собирали достаточно интересную конфигурацию на обычных процессорах 4114, двухпроцессорная материнская плата 3647, где это все устанавливалось в двухюнитовый корпус. Использовали, конечно же, пассивные радиаторы, которые рассчитаны для продува. Через полгода размеренной эксплуатации у нашего клиента возникли сложности. Начали одна за одной сыпаться система. И симптомы выхода из строя были таковы, что материнская плата просто на ровном месте выключилась, включается, все вращается, но никаким образом до нее не достучаться. Ни по HDMI картинку не дает, в общем, грубо говоря, кирпич. Методом проб и ошибок было выяснено, что если ты снимаешь процессор со второго сокета, материнская плата у тебя заводится и стартует. Внешних никаких следов выгорания или сгорел какой-то элемент, ничего подобного не было. И, как вы понимаете, в такой сложной индустрии, когда люди все-таки используют это не в домашних условиях, а в больших-больших серверных, скажем так, цехах, нужно это очень быстро менять. И совершенно нет возможности долго ковыряться с материнскими платами. Мы покупаем новые материнские платы под клиента, отправляем эти платы неисправные нашему поставщику. Конечно же, можно было бы попытаться их ремонтировать, но ты сразу же официальную гарантию теряешь. А материнские платы эти стоят где-то в районе 40 тысяч рублей. Ну, так я сейчас условно называю, возможно, и чуть дешевле, и, возможно, чуть дороже, в зависимости от навороченности этой материнской платы. Посидев, подумав, прикинул и высказал свои опасения, почему же так выходит. Поговорив с клиентом, и выясняем, что машины, которые у него работают, они испытывают не сумасшедшую нагрузку. Иногда бывают пиковые там всплески, когда сервера у него синхронизируются, но процессоры в среднюю температуру имеют 55 градусов. То есть вы представляете, что это такое, когда все эти сервера установлены в дата-центр, в котором используется холодный горячий коридор. Если вы кто-то не знает, я так в двух словах поясню, что холодный коридор — это где нагнетается воздух 16 градусов. Воздух проходит через сервер, забирает все тепло, которое отдают процессоры, либо жесткие диски. И, конечно же, выбрасывается сзади корпуса мощным потоком воздуха снизу вверх. Это все продувается, чтобы как можно быстрее забрать этот горячий воздух в общую систему охлаждения дата-центра. Скажем так, если примитивно говорить. Как вы понимаете, сервера эксплуатируются в очень комфортных условиях. Опять же, приведу пример, что сервер, работающий полтора года, на этом сервере ни одной пылинки не было. То есть там еще и все хорошо
воздух очищается. И в таких комфортных условиях вдруг система перестает работать со вторым процессором. Конечно же, я предположил, что системы продува в этом корпусе недостаточно, если вы устанавливаете два пассивных радиатора на первый и второй процессор, то второй радиатор второго процессора, конечно же, он горячее, потому что, как вы понимаете, теплый воздух от первого все-таки каким-то образом нагревает второй. И, опять же, предположив это, наверное, все-таки где-то в обвязке процессора выходит из строя какой-то элемент из-за перегрева, потому что цепи питания, конечно же, греются, хотя они без какого-либо разгона. Я предположил, что нужно использовать все-таки активную систему охлаждения, а это поставить на процессоры кулера. Еще лучше охлаждать систему. Мы начали использовать у этого клиента активные кулера, исключили вот такую проблему, что материнские платы вдруг на ровном месте умирают. 3 или 4 платы все-таки у клиента таким образом погибли. Теперь последний кейс. Опять же, сразу же хочу предупредить, что я никого не пытаюсь унизить и сказать, что кто-то где-то допустил ошибку, что он это сделал по незнанию или отсутствию знаний, тем самым пытаюсь себя возвысить над ним. Нет. Я просто рассказываю, как работает железо. Ничего личного, никаких обид. И не нужно говорить, что тот сборщик был криворукий или кто-то другой криворукий. Меня попросил один дяденька пойти к его клиенту. Клиент находится в моем городе, а дяденька, который попросил меня помочь, он находится в другом. Там была собрана машина на инженерниках, которая вдруг перестала работать. Система, как мне сказали, зависала на посткоде, либо на коде BMC-53, что говорит о том, что проблемы с памятью. Эксперименты с памятью ничего не дали, и нужно было, конечно же, машину разобрать и посмотреть, что к чему и как реанимировать. Что делали эти ребята на этой машине? Машина использовалась для рендера конструкторских проектов. Как они говорили, что ее включают, выключают, проекты не сумасшедшей нагрузки, то бишь их не нужно рендерить круглые сутки. Разбирая машину, выяснил, запустил я машину и только с одним процессором. Методом перебора я выяснил, что процессоры живы и каждый по отдельности работает в первом слоте, но почему-то, установив два процессора, не работает. То бишь люди теряли производительности 50%. Нужно было найти выход из этой сложившейся ситуации. Мы ищем материнскую плату, на которой вы сможете запустить эти процессоры. Забыл упомянуть, что процессоры использовались какие-то очень какие-то крутые. Xeon Platinum 8172M. Пацаны подсказали, что это финальники. Но опять же, никаким образом это мне не помогало. И я им сказал, что давайте я попробую найти материнскую плату, на которой попробую запустить. Потому что плата, которая у них была, уже не имела никакой официальной гарантии. Люди не хотели терять машину полностью. То бишь, любое телодвижение с машиной, мы могли получить кирпич. Почему мы могли получить кирпич? Так как я не часто имею дело с такими машинами, которые работают с инженерниками, я не могу предположить, как пойдет развиваться дальше событие после прошивки BIOS'а. То прошивать BIOS, который находится второй релиз на официальном сайте Asroka, не знаю, что будет. Наверное, вы сейчас скажете, а что ты боишься, ты же сможешь потом по IPMI дотянуться. Проблема в этой материнской плате была такова, что когда я приехал, мне сказали, что на ней все 5, в том числе и IPMI LAN порты, не работают. Как оказалось дальше, то есть когда я включал-выключал разные конфигурации, то есть процессоры перекидывал туда-сюда и экспериментировал там с заходом в BIOS, вдруг порты ожили. Указав точные настройки сети, чтобы IPMI работал, эта информация никаким образом внутри BIOS, скажем так, не сохранялась. DHCP не раздавал IP-шник на IPMI Asroka-овской материнской платы. Человек, который продал им компьютер, говорил мне: да пришивай второй версии, ничего не бойся, скорее всего, второй процессор очнется и все будет работать. Но мне не давал груз моей практики не верить в эту информацию, потому что, ну, не бывает такого чуда, что вдруг работало, прошил новым BIOS'ом, все снова заработало.
Я эту ситуацию обрисовал клиенту и сказал: ребят, смотрите, две ситуации. Прошиваем BIOS, и на выходе мы можем получить кирпич, либо мы не получаем ничего, ничего не изменяется. Либо я ищу материнскую плату, которая позволяет вам установить ваши процессоры и продолжить работу. Они подумали, лучше все-таки пусть, но на одном процессоре это все работает потихонечку, пока я ищу решение из сложившейся ситуации. И мы не стали прошивать BIOS на больном осроке. Поехал, конечно же, на работу. Помню, что у нас были несколько моделей материнских плат, в том числе та самая знаменитая материнская плата X11 DAI. Когда общался с пацанами, говорили, что первые версии BIOS на этой материнской плате точно поддерживали инженерники. Кто-то взял материнскую плату. Плата у нас была, наверное, со свежим BIOS. Я также подозревал, что мои надежды были запуска системы равны 50 на 50. Приехав с материнской платой, установив процессор, даже два процессора, ничего не произошло. Симптомы были следующие, что процессоры были просто холодные. О чем это говорит? О том, что даже питание не идет на эти процессоры. Же из практики скажу, что частенько я сталкивался с такой ситуацией, когда материнская плата не определяет процессоры, они холодные. Нужно взять другой маленький младший процессор, накатить либо самый-самый последний BIOS, либо накатить самый первый. Все это очень дорого. Материнская плата стоила 44 тысячи, процессоры тоже не дешевые. Я просто так таскать туда-сюда. Материнская плата не определяет, и мне нужен процессор. Я опять же обрисовал ситуацию клиенту, что: ребят, я устал туда-сюда ездить, дайте процессор, я на работе расколдую. Наверное, все запустится, привезу, и вы будете дальше работать на своих инженерниках. Конечно, в голове я держал следующий вариант. Если на X11 DAI у меня не запустится, то я попытаюсь запустить на X11 DPH. Есть возможность написать письмо Супермикро, и, возможно, по хорошим знакомствам могут предоставить, наверное, первые версии BIOS. Закон подлости в действии. Я приехал на работу в понедельник, и что я получил? У нас нет ни одного процессора 3647, который бы мог мне помочь прошить BIOS или экспериментировать. Я прождал 4 дня в надежде, что какой-то клиент закажет у нас, либо под клиента приедет процессор 3647, и я смогу уже приступить к экспериментам. Сейчас во время записи, вернее, во время монтажа этого ролика, я понял, что, блин, допустил нифиговую ошибку. Совсем из головы вылетело, что я бы мог модифицировать... Нет, плохо говорю. Наверное, я бы мог накатить BIOS на Supermicro, даже не имея процессоров, через IPMI. Но проблема в следующем. Чтобы накатить BIOS через IPMI, эта функция стоит денег. Но есть обход этой возможности, есть некий калькулятор, который позволяет при помощи подбора определенных значений, не буду говорить каких, потому что я делал про это ролик, называется «Сэкономить 15 или 20 долларов». Захотите, найдете этот ролик, где, грубо говоря, вы взламываете возможность, платную возможность накатывать биосы бесплатно. Так эта функция стоит денег, чтобы обновить через IPMI BIOS. Эта функция стоит денег. Вы должны купить эту возможность у Супермайкро. И вот сейчас я играю, когда я это монтировал, я понял, что, блин, вот мозг-то, блин, плохо как работает за эти 4 дня. Типа рабочих на самом деле-то у нас изоляция, и на работу я хожу через день, чтобы меня начальник склада не наказал за нарушение самоизоляции. Вот что делает экстремальная ситуация с людьми. Совершенно нужная информация из башки вываливается, когда на работу пробираешься утайкой, потому что злые милиционеры могут спросить пропуск, куда ты идешь, а начальник склада, потому что не идти через склад, может мне настучать в голову за нарушение самоизоляции. Да, блин, вот черт. Ну ладно, историю все-таки я закончу этого ролика. Я так и не решил эту проблему и записываю теперь этот ролик. К чему это я все записываю, ребят? Наверное, все-таки предупреждение людей, которые пытаются
сэкономить, поставить такие системы в свою эксплуатацию, то бишь собирают это в корпусах в Кугар, например, как вот я ездил, там большой корпус Кугар с передним, скажем так, одним вентилятором. Установлены были очень хорошие, тихие маленькие Noctua с радиаторами. Они не создавали никакого дискомфорта клиентам. Грелись хорошо эти процессоры, очень мощные процессоры. По-моему, сколько там, 18 ядер, 36 потоков, что-то типа этого, ребят. И это вот привело со временем к такой неисправности. Неисправность какая? Я не схемотехник, чтобы говорить, что такой-то элемент вышел из строя. К сожалению, опять же, не обладая ни оборудованием точным, ни возможностью ковырять материнские платы в поиске этой неисправности, почему же все-таки сокет умер второй, потому что нам срочно нужно вернуть эти материнские платы по гарантии, я вам рассказываю душераздирающую историю. Если вдруг вы планируете эксплуатировать такие системы с инженерниками 3647, пожалуйста, не экономьте уж денег на систему охлаждения. И да, если вы используете Noctua, не забывайте, пожалуйста, использовать какой-нибудь средней паршивости вентилятор, там 80-ка, 120-ка, неважно какая, которая бы могла обдувать цепи питания, чтобы это все чувствовала себя хорошо. Общался с людьми, люди собирают очень комфортные такие машинки себе домой, используют очень комфортные звуки, очень комфортные вентиляторы, чтобы не раздражали уши. Но, ребят, все-таки это греется. Установив на комфортные железяки, вы, возможно, в будущем можете получить кирпич, потому что второй сокет отвалился от какого-то перегрева. Ваша работа встанет, вы будете в простое, вы будете терять деньги и будете не знать, что делать. Поискав такой же, собственно, ASRock, цена вопроса утыкается в 1065 из Китая. Поговорив с специалистом по продажам и покупкам в Китае, он мне говорит, что китайцы не ставят кастомные биосы, которые позволяют запустить инженерники. Если ты покупаешь у китайцев сразу материнскую плату и инженерники, тогда они прошивают. Так что, ребят, вот такую историю я хотел вам рассказать и предупредить, что не все так хорошо с ними. Так что либо комфорт, либо можете потерять свою систему. Теперь я хотел бы, наверное, призвать специалистов, которые разбираются в этом чуточку больше, возможно, схемотехников, которые могут высказать свои предположения. Возможно, попадется кто-нибудь в комментариях, который точно знает, почему дохнет на супермайкро второй сокет при эксплуатации 3647 материнские платы. Можете высказать свои предположения, потому что это очень интересно. Я потом как-нибудь озвучу эту историю, что вот так-то, потому-то. Сейчас данный кейс в подвешенном состоянии. Я не знаю, когда к нам приедут процессоры, смогу ли я далее расколдовать систему. Я не стал оттягивать и дожидаться с этим проектом, когда это все у меня получится, у меня уже на руках будет результат. Я пока что выпущу ролик, вот такое вот предупреждение и некий такой вот монолог, где я вам рассказываю смешные, веселые истории, как работает железо. Я на всякий случай опять напомню, что никто не виноват, никто не допустил никакой ошибки в проектировании, либо в сборке. Хотя был косяк там, конечно, во втором сокете, когда я открыл, там было две ноги загнуты, но машина-то работала. Я выправил, все было работать. Никто не допустил, так что я просто рассказываю и предупреждаю, как работает железо. Понятно, что, я надеюсь, меня смотрят люди, которые понимают, что ничего вечного под луной нет, все ломается. Как развлекательный такой вот контент, подкаст, я даже не знаю, как это назвать. Вот ролик, скажем так, поразвлечь вас. Если вам все вдруг понравилось, можете поставить лайк, написать какой-нибудь смешной комментарий. Также можете поддержать KI Продаю. Точно так же есть какие-то позиции в ВКонтактике, в группе моей я начал выставлять. Можете спросить любую железяку. Можем собрать для вас компьютер, можем собрать сервер любой сложности. Так что пишите. На таком грустном моменте я говорю вам спасибо еще раз, что посмотрели. Счастья, здоровья вам, не болейте, правильно продумывайте ваши конфигурации, не старайтесь сэкономить 3 копейки, чтобы не заплатить потом 8 рублей. Спасибо, что посмотрели, удачи и пишите письма.